Господа, среди нас вновь позер. Для того, чтобы определить, кто же это, я задам вам пару вопросов. Итак, назовите любое аниме. Тетрадь смерти. Атака титанов. Охренеть, ты чё, разговаривать умеешь? Эрен Йегер! О, теперь узнаю, товарищи. Хантер Экс Хантер. Ха! Отлично, а теперь назовите антагониста, либо злодейскую группировку из аниме, которое вы только что выбрали. Детектив Л. Что? Л злодей? Ну вы слышали. Л антагонист. А что, антагонист и злодей это разные вещи? Ну вообще-то да, антагонист это персонаж, противодействующий главному герою на пути к достижению его целей. Чем, собственно, и занимался Л по отношению к Лайту. Окей, тоже мне умник нашелся. Давайте следующий. Эрен Йегер! Чебокаридан. Что? Чебокаридан? По-моему, их звали Гюнейрюдан, или я не прав? Чебокаридан, здесь пауки, скай, летим прямо в ад. Если ты прыгнул в этот склад, то точно нет пути назад. Каждому рядом со мной на жизнь давно поебать. Если увидел наши метки, смерти не избежать. Свет красный, джинат, тупая снега. Я даже не знаю, мне экзорцистов, спортиков или курапику вызывать? Ладно, все, хватит, устроили тут галдеж. Финальный вопрос. Кто основатель ЧВК Редан? Да какой к черту ЧВК Редан? Не позорьте комьюнити Хантера. Если вы говорите про Гюней Рюдан, то это Курору Люцифер. Эрен Йегер! Да, мы подобно Эрену, избавимся от всех врагов. Верно? Вы ебанутые? Я ебанутый на голову, раз ударил в голову. Понял, вопроса больше нет, я пошел.